Всем доброго времени суток. Хочу просто почистить рыбу. Кому-то интересно, кому не интересно, но один такой ролик снял, его посмотрело очень-очень много тысяч людей. Соответственно, что такие видео людям нравятся. Сейчас почищу вот таких вот карасиков. Это самый крупный. Всего 13 штук, это немного. А так карась золотой. Вот такой у него плавник спиной. Отличается от серебряного, конечно, цветом и формой. Серебряного карася у нас нету. Рот не маленький, рыба еще, в принципе, как бы живая, дергается. Сейчас это будем чистить. Вода здесь бежит постоянно, поэтому руки, рыбу буду мыть прямо здесь. Соответственно, руки сполоснуть и все такое. Взял тарелочку, сейчас сюда накидаю пару штук, чисто пожарить. В принципе, если икра будет, так как такое ощущение, будто карась на круглый год с икрой. Только от инвестиций смотришь, опять уже икра есть. Буду сейчас складывать. Ну и, соответственно, большой тазик уже для другой рыбы. Сейчас это все дело почищу. Чистить буду таким ножичком, его уже показывал уже не раз. Это Яромир от компании Ружбер, от мастерского Ружбер. Сталь 110К18МШД кованая. В принципе, держит заточку долго, я уже рыбу перехистил уже. Я думаю, далеко за 100 кг, всякое разное, и карасей и так далее. Но чешую карасей я снимаю конкретно не острием, а обухом. Обух тоже имеет грани такие четкие, он хорошо снимает. Ну, соответственно, парил голуби, отрезаю и хвосты конкретно уже лизуем, это понятное дело. Возможно, шум воды кого-то будет напрягать, хотя это ерунда все. Сейчас начинаем чистить. Чешуя крепкая, конечно же. На брюхе с чешуя еще крепче. Как и многие писали раньше, порой надо типа с волоска, вот сюда, типа в анальное отверстие нож засовываешь и разрезаешь и так далее. Но это такой бред, блин, люди нафиг. Пишите нормальные вещи, но не такую чушь. Порой надо вот сбоку, чуть сбоку. Если будете пороть именно конкретно живота, соответственно, через плавник чуть промахнулись, нож может не пройти и упереться конкретно в кости. Поэтому порой надо немножко сбоку, вот это самое то. И все. Сразу же отрезаем хвост. У карася хвост не нужен, он очень костлявый. Очень-очень много костей. Ну, тут не чуть-чуть. Голову тоже можно отрезать. Два движения и готово. Голова большая. Чайки с воронами сейчас клюют. И посмотрим, что у них есть. У крупной рыбы кишков довольно-таки много. Икра есть. Вот столько икры с одного карасика. Это нормально. Одна половинка. Это все буду жарить. Есть и, соответственно. И вторая половинка. Оп, кусочек упал. Пузыри тоже можно жарить. Они, в принципе, там неплохие. Но сегодня, ладно, уберу. И все, рыбку моем. Карасей буду морозить, поэтому пока кидаю так, потом уже буду все убирать в пакеты, соответственно, и дальше заморозку. А на сковородку как покажу сейчас тоже, чтобы костей не было, готовить. Видите, обухом ножа нормально все убирается. Рукоятка ножа, она сделана из дерева, точнее это карельская береза. Я ее пропитал льняным маслом очень хорошо, прямо стакан масла набил. И поставила на пару дней, она впитала, и поэтому сейчас она не разбухает ничего, просто вода даже попадает на нее. Нож постоянно находится сырой, постоянно в воде, ржавеет, не ржавеет, так как это не ржавеет, ну и дерево не разбухает, это пропитанное масло. И когда его хорошо помоешь, оно аж пахнет немножко маслом не имеет, приятный запах не имеет.
Это самец, имеется молоко. Очень энергетичная штука, дает много сил. Я думаю, это ей полезно очень. Соответственно, ее всю забираем. И все моем. Рыба чистая, никакого паразитизма там, ничего такого нету, не наблюдаю. Никогда я не видел этих карасях, чтобы какие-то глисты были, например, или что-то подобное. Всегда рыба чистая. Сейчас по-быстрому почищу. Готово. Эта рыбка тоже с икрой. Еще неделю назад икра была совсем такая жидкая, и сейчас уже получше стало. Походу рыба готовится еще к одному нересту. Хотя время уже середина августа. Нерест уже давно уже закончился. Основной. Вот такие дела. Так зимой хорошо, рыбу достал, немножко спину пощипал, потом пообъяснил, что так. И все, готовишь, жаришь, что хочешь, делаешь. Ну все, в чешуе, внимание не обращайте. Доску потом помою. Доска крашеная, но пофиг. Разделочной доски нормально нету такого размера. А на маленьких досках будет очень неудобно. Видите, свергается. Рыба очень свежая. Только поймал. Может, кому-то это жестко будет смотреть, но я знаю, что многие ждут такие видео. Руку сразу же мою. Здесь тоже молоко. Вот оно. И в чашку. Все, рыбку моем. Все, моем. Вода очень чистая бежит, можно сказать, минералка. Внутри промываем, чтобы крови не оставалось. Снаружи чешуи и слизи лишние. Вот такая. Видите, мошки сколько много, да? Поэтому невозможно нормально так ничего делать с ними. Так, много уже осталось. Вороны уже летают, ждут пиршества. Когда обухом чешую снимаешь, это еще и безопасно. Можно по рукам съесть, когда стрелы все-таки водишь. Но все же опытные. А так как мне руки здесь резать не охота совсем, потому что заживать потом не будет. Как минимум неделю, то и больше. Я чищу так, как более безопасно. Это тоже самец молока. Поласкиваю и складу в тарелку. Потом покажу в итоге, сколько осталось. Ну, сколько получилось и молока, и рыбы, соответственно. Все, карась готовый. Следующего.
Икра тоже, ну, жуткая. Мало было очень. Ну вот, рыбу почистил, осталось только сейчас. Вот сколько у меня получилось икры с молокой, это нормально. Иногда только редкая мошка попадает, конечно, но это все терпимо, убирается. Почти. Сейчас пару карасиков сюда нашинкую, чтобы сразу пожарить. По спине. Все делается просто, хвост также можно сразу отрезать. Он нам не нужен. И делаем надрезы. Раз, два, три. Через каждый примерно, ну там, 3-4, может быть, 5 миллиметров. Это делается для того, чтобы в обухе не было костей. Обух – это спина. Если этого не сделать, у вас будет море костей, вы будете опять плеваться и говорить, что карася есть невозможно, в нем очень много костей. Костей в нем вообще нету, если правильно приготовить. Приготовить можно хоть как, а если сделать такие надрезы, костей никогда не будет. И готово. Голову можно также отщипнуть, если она вам не нужна. Вот такое получается. Сейчас это все помою. И все. Готово. Видите как? Костей не будет. Они все порезаны по мелкие части. Соответственно, как будете их жарить, либо готовить, либо парить, то, соответственно, они будут упариваться, и их вы их не заметите потом. Ну, со вторым карасем то же самое дело. Хвост можно отрезать. Делаем надрезы. Руки только не порежьте при этом. Нож как по маслу рыбу режет. Хотя уже еще ни разу не точил, как с завода был, так и есть. Ну и все, готово. Вот такой результат нашей рыбалки. Это, соответственно, караси. И на сковородочку приготовил рыба, икра. Все такое, очень такая белковая пища, сытная, вкусная, соответственно. Вот так вот. Все вот эти кишки, сейчас то, что я почистил, голову, отходы, это все чайки уже склюют. Два разведчика уже прошло, просигналили тут другим, вороны тоже пролетели. Сейчас прилетят, все это склюют. Через 20 минут здесь уже ничего не будет. А птица будет сытая вот такая вот. Ладненько. Если кому ножик интересен, соответственно, я оставлю на нее ссылку в описании. Смотрите там. Промокод будет, слово тайга, скидка 5% тоже, соответственно. Я про них уже говорил не раз. Знаю, что очень много людей уже купили их через меня. И никто пока плохого ничего не сказал. А так, да, все. Рыбалка закончена на сегодня. Сети я сегодня снял. Кто будет ролики смотреть, эту последовательность потом увидите или где-то скомпонуете, потому что не факт, что будут все видео выходить подряд. Мошки ползают очень много, даже по объективу видеокамеры, хотя и ветер, но не сдувает. Солнышко жарит, сегодня плюс 26, поэтому сейчас я быстренько топаю домой, всю рыбу в морозилочку вот эту укладываю с тазика, а ту ставлю на сковородочку и жарю. Жарю я просто, подливаю капельку масла растительного на дно, укладываю рыбу, икру. Чуть-чуть добавляю соли, соответственно, солю, потом немножечко воды. Закрываю крышкой и пусть она парится. Готовится примерно минут 20, 25, 30, соответственно, и все. Она получается как бы на пару таком, как бы, ну, на воде. Чисто конкретно на масле я не хочу жарить, это все-таки лишние канцерогены.
не так это и полезно, а тут получается как бы немножко на водичке и само то. Хлеб есть, бульоном помакать и все такое. Также можно добавить туда обычный репчатый лук, соответственно. Все, приправы, в принципе, никакие не нужны. Карась имеет золотой вот этот вот сладковатый вкус. Очень вкусный. Поэтому вот такой, вот так вот все получается. Ладненько, пойду все разбираться дальше. Давайте, счастливы всем. Кому интересно было, пишите комментарии. А кому не интересно, не смотрите. Потому что знатоков всяких людей разных много. Тут делаешь не так, тут делаешь не это. Но мне на это вообще как-то по барабану, честно говоря. Там все думают, я делаю так, как я делаю. Все, давайте, пока всем.